Что тебе от меня надо? Мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Мне нечего говорить. Я скажу. Уйди. И подходи ко мне. Тебе никогда не хотелось женщины? Мне нет. Никогда, никогда? Я сказал нет. Чего смотришь? Не смотри на меня. Тебе не хотелось, чтобы женские руки ласкали твою девочку? Давай поиграем с ней вместе. Нет, не надо. Не бойся. Тебе будет приятно. Ты будешь трогать меня? Я не хочу. Зачем? Хочешь умереть ребенка? Не хочешь стать взрослым? Нет. Нет, она моя. Почему я должна трогать? Если тебя не научить сейчас, ты будешь играть с этим до конца жизни. А ты мужчина. Не буду. Будешь мужчиной. Я не хочу. Будешь. Если бы это была улица, оставайся ребенком, и хрен с тобой. А здесь другое место. Здесь все друг друга раздевают. Не бойся. Я не отниму его у тебя. Это не она, это он. Я только возьму его в руки. Я поиграю с ним, как ты. Отпусти его к женщине. Ты сможешь любить. И тебя будут любить. Ты чувствуешь? Тебе приятно? Ты сможешь меня любить? А? Я дам тебе потрогать. Это же место. У меня. Он хочет конфетку.